Добрый вечер, уважаемые подписчики, зрители канала. Сегодня коротенькая встреча для того, чтобы напомнить вам, что наши встречи с врачом Алексеевой Лией Аркадьевной проходят на новой площадке, на втором YouTube, где мы очень подробно говорим об роли иммунной системы. И сегодня, 30 числа, 30 октября, мы затрагивали здоровье деток. Как правильно принимать иммунокорректоры, а как справляться с проблемой аденоидов, красным горлышком, частое воспаление, любые проблемы, которые возникают в организме ребенка, кишечные и прочее. Стоит обратить внимание на состояние иммунной системы, потому что на сегодняшний день иммунный статус, по словам нашего иммунолога, снижен 4 раза, задумайтесь. И по словам нашего профессора, прежде чем мы начинаем принимать витамины, минералы, нам стоит задуматься, в каком состоянии наша находится иммунная система. Потому что если наши органы ЖКТ воспалены и слизистые нарушены, то за это все отвечает также иммунная система. То всасываемость всех этих элементов, она очень низкая. Поэтому присоединяйтесь к нашему второму YouTube на встрече. У нас всегда 18:30 по понедельникам встреча с Лией Аркадьевной. И мы задаем там свои вопросы, освещаем темы, которые вас интересуют. Можете под нашими прямыми эфирами вопросы свои писать, задавать, и мы их обязательно осветим. И так, ждем вас на площадке, потому что она узконаправленная, касаемо только иммунокорректоров, для того, чтобы мы освещали больше эту тему, потому что это начало начал. Если иммунитет не восстановить до природной нормы, то все остальное это уже с головы на ноги или с ног на голову. В общем, это уже неправильно. И я на себе хочу сказать, что когда я не выстроила всю цепочку правильного отношения к здоровью, когда не стала заботиться об иммунной системе, а потом уже витаминно-минеральные комплексы и правильное питание, когда это все вместе, то оно начало работать. Когда я все отдельно выполняла, то возникали, как были проблемы со здоровьем, так и были. Поэтому приглашаем вас на эту площадку. Присоединяйтесь.